Всем привет, мои дорогие зрители. С вами я, опять Макс Леонакс. Это беготня в Subway Surfers. Да, это беготня. Очередная. Сейчас-ка я попробую звук выключить. Да, я вообще мышку Так. Ну, вроде вот так. Все, давайте. Поехали. Так, бежим, бабос они, это собираем. А, кстати, это новое обновление Сингапур. Да, Сингапурчик. Так, песню я ставлю в описании, точнее, само название песни. Если кто не поймет, то я не оставляю ссылку на песню, я оставляю название песни. Потому что ссылку на песню с ним не надо это копаться лишь на андроиде. Не, ой. О, вот это да, это баг был. Прикольный такой баг. Так, поехали. Так, идем дальше. Хотя куда вам идти? Так, бежит мой Вася. Только это не Вася, а этот Джек. Деньги собираем, как всегда. О, давайте соберем цветочку. Так, бежим дальше. Так, в основном мне нужно деньги собирать. Да реально какой-то ран, Вася ран. Скоро будет конец песни, я потом поставлю другую песню. Вот и все. Давайте поставим другую песню какую-нибудь. Сейчас я поищу здесь песню. Так. А, да, сейчас знаю. Так, секунду. Так, знаю я песню. Все, вот. Давай, все, поехали. Да, бегать не надо баблом, реально. Так, блин. Опа-на. Фух. Так, что-то музыка не включается. Сейчас нажму получше. Все. Так. Честно говоря, я даже не знаю, что мне комментировать, поскольку я даже не... О, давайте X2-очку соберем. Так, сейчас мы сделаем небольшой перерывчик.
на музончик. Сейчас я музончик возьму долгий. Давай вот этот. Он мне больше всего нравится. Поехали. Все три песни я выложу под видосиком. И там, кстати, вот эта песня, ну, нигерская. Наверное, ее многие уже знают. Те, кто знает Мармока и знаете видео про этого, про мотоцикл, там я эту песню не слышал. Потом я в ВК ее нашел, и я ее снял на видео у себя, чтобы слушать везде. И, кстати, это один из вещей, как можно слушать бесплатно музыку. Просто снимать ее на камеру и все. Так, у меня не будем опать. Ну ладно, я думаю, уже, в принципе, можно прощаться. Всем пока. Хотя нет, давайте еще раз. Надеюсь, видео нормально. Ну ладно, все. Всем пока. А, кстати, и забыл вам сказать, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И вроде все. Всем пока.